сегодняшнего дня социальные пенсии выросли на 2%. В Алтайском крае надбавку получат больше 70 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном пенсионном фонде. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9266 рублей. Прибавка составит 185 рублей. Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны и чернобыльцев. Вырастут и другие социальные выплаты. Пенсия для детей-инвалидов увеличится на 288 рублей, а для инвалидов детства первой группы на 292 рубля.